Этот ЗИЛ больше не убирает снег. Он стоит в ремонтном боксе комбината благоустройства и лесного хозяйства. На этой неделе автомобиль попал в ДТП. Спецтехника убирала снег на путепроводе. Наша машина двигалась, убирала, значит, дорожное полотно, прижимала, то есть двигалась со скоростью 12 км в час. Это ГЛОНАСС установлен. И сзади в нее, то есть, ударил Hyundai. Hyundai после этого тоже перевернулся, то есть, наверное, скорость была достаточно большой. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Сейчас ЗИЛ ждет, когда все необходимые процедуры проведет страховая компания. Сейчас мы просто осмотрим, закупим все необходимые там запчасти, если нужны. Ну, естественно, нужны, потому что у нас мост сдвинулся. Вот, чтобы у нас это все заранее было, потому что техника должна такая работать на дорогах, а не простаивать в боксе. Как только нам разрешит страховая компания, мы сразу приступим к ремонту. Пока пострадавший ЗИЛ простаивает в боксе, уборкой снега займутся другие машины. Однако весной именно эту единицу техники планируют задействовать в ямочном ремонте. К этому времени сотрудники КБУ надеются привести спецавтомобиль в порядок. И призывают всех зареченских водителей к аккуратности и взаимной вежливости на дорогах. Хотелось ко всем обратиться, чтобы были внимательны. Все-таки работает, когда тяжелая техника, и не всегда ей можно там что-то прижать. Конечно, мешаем мы водителям, но мы им мешаем ведь для того, чтобы им потом легче было и лучше ездить. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».